Хей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Train Complex Story. Окей, где моя мышка? Продолжить Тройка историю. Тройка перенесла наших героев в таинственный лес, где они повстречали гоблинов и всяческих огромных созданий. Сразу за руинами героев поджидало большое болото. И они понятия не имели, что кое-кто наблюдает за ними с большим интересом. По картинке, скорее всего, наш главный враг в этом уровне будет, наверное, мегалюгуха. Интересно, что едят гоблины? Людей, таких как ты. О боже! Так, щит. Рыцарский щит становится... А, точно, это когда меня бьют в ближнем бою. Думаю, это плохая идея подходить к кули. Вдалеке еще слышу. Ништяк. Наверх можно было залезть. Next game. Хорош, хорош, хорош. Молодец. Сам себя заморозил. Идиот. Так, теперь мне по факту нужно... Оп. Бля. Ладно, так сломаю. И так сломать могу. Тут я все собрал, в принципе. Дропы, дропы, дропы. Сосёшь! Так, еще ули вижу. Как-то тут улей много. О, выровнялась, ништяк. Один, два. Так, интересно, я по банкам стрелять могу вообще? По идее, это как бы осязаемые предметы. Да, осязаемые. Вопрос только, сколько мне нужно будет попаданий сделать. Я понял. Понял, принял. Нифига тут секреток этих с банками.
Чуть мой герой не сказал рип. Ништяк. Ага. Это тот, который на меня напал только что? Мне кажется, за него даже ничего не дали. Сука! Тихо, шарик. Кривое управление. Я почему-то нажимаю вправо, оно все летит в... Ну, вы поняли. Влево. Я пока что делаю то, что я понимаю. Сразу нахер эти ули. Хоп. Чихо-хоп. Стоп, это ломается? Нет, не ломается. Найс. А, вон за что я зацепился. Ну давай, кто полезет? Давай. Три удара. Бей. Хорош. Кто-то только что сказал или мне показалось? Нужно этот еще вкачать. Как он называется? Да чё вас тут так много? И где мои шарики сенсе? Меня шарики сенсе не дают. Есть еще проходы? Ладно, уровень апнем. Я хотел меч, да, себе? Добавляет мечу эффект огня, меч наносит больше урона и поджигает воспламеняющий материал. В принципе, я думаю, это хорошая вообще вещь. Ну и в принципе, пока что я ничего тут не вижу. Можно прокачать дополнительные кубы, чтобы... дальше, так сказать, лезть. И нужно доски где-то прокачать. Бесит. А ну, нихера у меня меч. Не знаю, для чего мне пока что эти камни, но я могу сделать вот так вот.
Для чего только? Теперь я понял. Легкая головоломка. Оп. Паркур. Раз. Полетели. Хоп. Манать, там можно было запрыгнуть за карту? Нихера себе. Думаю, это больно, да? Если я туда сейчас пойду так. Вопрос. Делаем тогда так. Сука, муха, иди нахуй отсюда. Опа, опа, опа. Умный момент, и стоять. А что снизу тогда у нас? Просто большая сфера. Блять. Так. О, вышел. Это сложно. Как я это должен провернуть? Вот так вот. Хоп. Не в ту сторону. Я почти допрыгнул. Мне кажется, меня может убить мой же камень. Почему его туда вносят?
что за бредятина. А, то есть у меня два варианта. Я могу заморозить. И тут же я его оттаиваю, да? Упс. Плохая комба. Очень плохая комба. И что вы мне предлагаете? Ну, типа один, окей. Опа, бля. Ладно. О, еще один камень. Ну все, это изи. Я еще и свой квадрат. А-а-а. Даже так. Вопрос, что я туплю? Еще далее. What we doing next? Я не знаю, насколько это гениально и глупо. Так. Оп. Надеюсь, хотя бы кто-то понимает, что я хочу сделать. Сейчас бы понять, что я сам пытаюсь понять. Сука.
Ой, как тебя достать, бля. Короче, пытайся один раз, если нет, то уходим отсюда. Уйдите в сраку. Все. Я попытался. Мухи заебали. Какая довольная лягушечка. Тихо. Так, драться мы под водой не можем. А я забыл вообще то, что я умею плавать на самом деле. И это даже не самое странное, что я видела за сегодня. Так, все. Если что, можно переключаться, тогда у тебя, типа, не скажу, что полностью восстанавливается. Ну, в какой-то степени восстанавливается. New level. Что же там, что вы нашли? Стихи для коллекции. У нас с моей сестренкой есть маленький секрет. Она моя любимая. Нам с нею 8 лет. Так это ж я уже находил, нет? Ясно. Подождите, а я не посмотрел. Блин, в первой части был этот же, у каждого персонажа инвентарь, точно. Но если так думать и обсудить все, то скорее всего, ребята, первая часть была получше. Сори, но говорю как есть. А что стало с тем волшебным талисманом, что позволял дышать в воде? Не знаю. Наверное, спер кто-то. А, в натуре у нее же была это. Я ей тогда находил этот предмет. Она сложно. Ага, все-таки. Давайте, забирайтесь. Да иди ты в сраку. Не с тобой дерутся. Так, а теперь что? Во-первых, нужно отхилиться. Во-вторых, мне нужно подняться наверх.
Сука, муха, я тебя споймаю, я ж тебе бошку взорву, как всем твоим собратьям. Ты что думаешь, самая умная? Ненавижу этих злобущих мух. Всегда наступит лето, они начинают тебя... Чисто начинают тебя поедать. Почему только за... А, вот. Ну, хоть не на меня упало. Сейчас, оп. Оп. Давай, 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 выравнивай, выравнивай. Готово. Сука, муха, ну иди ж ты нахуй. Она что, достать не может? Не хочу мучиться. И надо еще, наверное, будет девки стрелы прокачать. Манать, это каменные. Как говорится, пусть вода покипит. Рано, я понял. Так, туда нужно будет сейчас трубу принести, походу. Как максимум ты можешь вверх подняться? Короче, мне нужно сделать трубу походу так, чтобы она мне до туда долетела. Найс. Может быть, мне что-то из этих двух вещей пригодится. Ты что, про... Серьезно? О.
А, подожди, я пройти сюда вообще не могу. Ага. Окей, допустим. Оп. Опа. Давай, вылазь оттуда с угла. Мне 250 IQ. Сука. Все изи. Стой, я могу ж... Чёртовы лайфхаки. Ясно. Почему-то все это зацепляется, я не понимаю. Поехали, 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 поехали. Изи, изи. Next. Раз, два. А, не. Или, о, да, подожди. Чик-чик-чик. Главное не поджариться. Чик-чик-чик. Восстановим рыцарю ХП. Ага. 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 Окей. Хы. Так, а ч... Приятель, а что ты не застаешь? А чё она действительно не достает? Он должен доставать.
Так, окей. Здесь что-то моё IQ меня подводит. Ну. Все же правильно, камон. Ебай, я тупой. Я ещё рычаг этот не трогал. ГГ. Так, пока я еще не туда не попал. А ну-ка. Мне интересно, просто там что-то есть? Нету. Ладно, открываем врата. Мы весь день в грязи провели. Да, у меня даже манжеты помялись. Привет. Этот цветок говорящий? Чушь какая. Цветы не разговаривают. Вы мне поможете? Ну, конечно, милый цветочек. Найдите мою сестру на той стороне болота. Я... Нам нужно найти другой цветок? И не переживай, цветочек. Ну что, пошли. Герои очутились в волшебном лесу. Понтий решил любой ценой помочь говорящему цветку, который встретился им на пути. Амадей решил, что вся история с говорящим цветком – просто чей-то волшебный розыгрыш. Зоя вообще ничего об этом не думала. Поживем – увидим. И я замечу тут как раз еще один факт. Это то, что... Если вы помните первую часть, в первой части, когда, ну, рассказчик что-то рассказывал, нам показывали карту, как мы путешествуем, куда мы вообще идем. А здесь нам просто картинки по книге и все. То есть мы даже не знаем, сколько здесь примерно будет локаций, уровней. Но, в принципе, ладно. На этом мы с вами заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!